Вы смотрите отзыв об отеле City Gate. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Елена Степанова, который был в нем в 2017 году. Искала отель поближе к железнодорожному вокзалу, чтобы можно было легко найти, посмотрела все отзывы, сравнила цены, условия и остановила свой выбор на этом отеле. Не скажу, что самый дешевый, но и недорогое. Понравилось абсолютно все. Очень приветливый, доброжелательный, отзывчивый персонал. Так как московский поезд приходит очень рано, а заселение идет в 14 часов ровно, прямо с вокзала я пошла в отель, чтобы оставить свой багаж, молодой человек на ресепшн очень извинялся, что мой номер занят, хотя я просто представилась и попросила оставить багаж. Очень долго гуляла, но уже к 12 часам вернулась в отель, а, чудо, мой номер готов, и меня заселили, большое им спасибо, так как очень устала. Бронировала стандартный одноместный номер, поселили в стандартный двухместный. Мой номер был на втором этаже, соседей не видела, но телевизор у них работал очень громко, хотя никаких других шумов я не слышала, поэтому могу сказать, что звукоизоляция отличная. На первом этаже есть кулер с холодной и горячей водой, очень удобно, также стоит автомат кофе-чай. Номер бронировала с завтраком, которым осталась очень довольна. Не скажу, что горячих блюд большой выбор, яйцо отварное, оладьи и сосиски, но мне было достаточно. Также нарезка мяса, не колбасы, сыра, яйцо с красной рыбой, маслины, оливки, творог, масло, йогурты, фрукты, сладкое. Кофе вкусный из кофемашины. Было воскресенье, но народу было немного, кто-то уходил, кто-то только приходил. В 11 утра выселилась, оставила багаж в камере хранения и пошла дальше знакомиться с Вильнюсом. Отелем я осталась очень довольна и могу смело его рекомендовать путешественникам. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.